вручают премию «Журналист года». В этом году в конкурсе участвовало 290 журналистов как федеральных каналов, так и муниципальных изданий. В этот раз номинировались и журналисты сайта Kerch.ru. Я рад вас здесь сегодня приветствовать на вручении второй ежегодной премии «Журналист года». Вы видите, немножечко начало нашей церемонии затянулось. Для того, чтобы мы с вами не собрались в этой теплой компании, кое-кто на материке даже свет отрубил, из-за чего нам пришлось немножечко задержаться. Но несмотря на все на это, мы много и плодотворно работали, электроснабжение восстановлено. Именно ради того, чтобы мы сегодня здесь все с вами увиделись, подняли по бокалу, поздравили друг друга и, конечно же, наградили лучших журналистов. Хотя, вот глядя на этот зал, я хочу сказать, что других у нас в Крыму, собственно говоря, и нет. Я приветствую вас и поздравляю с началом и с открытием этой замечательной церемонии, второй церемонии награждения нашей премии «Журналист года 2016». Дорогие друзья, давайте поприветствуем информационное интернет-издание «Kerch.net». И на сцену приглашается журналист Катькова Вероника Сергеевна и видеооператор Пырх Николай Викторович. Ваши аплодисменты. Ты не опустишь руки, не сойдешь с пути. Ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимаю взгляд в небеса.